Как сделать Арктику чище, решали в Сургуте. Там прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная безопасности и экологии Севера России и Арктики. В форуме приняли участие более 300 ученых из Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и городов Югры. Они представили 45 докладов. Среди них, в том числе, утилизация коммунальных отходов и очистка нефтезагрязненных водоемов. Это конференция, которая объединяет ученых, кто занимается Севером и Арктикой. В Сургутском университете эти исследования биоразнообразия Севера проходят уже более 20 лет, поэтому мы являемся носителями некой информации. И, естественно, нам интересно было собрать ученых со всей Сибири, потому что сегодня приехали ведущие ученые из Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, Ханты-Мансийска. Сейчас правительство делает довольно большой акцент на освоение северных территорий, на освоение Арктики, обсудить эти насущные проблемы. Конечно, это все будет иметь большое значение для дальнейшего развития северных территорий. Поэтому, конечно, такие конференции нужно приветствовать и поощрять.